Избирательные перипетии в Одесской области в местном теризбиркоме забыли порядок букв в алфавите. А когда суд напомнил, отказались выполнять его решение. Теперь предстоящие выборы в объединенной громаде под угрозой срыва. В чем подоплека, выяснял Андрей Анастасов. Куяльницкая объединенная громада, так теперь называется бывший Котовский район. В следующее воскресенье жители будут избирать ее председателя. Главные участники гонки – самовыдвиженец Владимир Синько, который ранее был в оппозиционном блоке, и самовыдвиженец Сергей Паламарчук из Ведродженя. И вот в списке кандидатов неожиданно появляется полный тезка Синько Владимира Павловича, никому неизвестный ранее житель Донецкой области. Расчет простой – сбить с толку избирателей в день голосования. Не разобравшись, могут проголосовать. И в результате Синько может потерять большую часть голосов. Дальше больше. На украинском языке фамилия местного Синько пишется через букву «ы», а донецкого через краткую «и». По закону в избирательном бюллетене фамилии кандидатов должны идти строго по алфавиту. Соответственно, первым нужно вписать экс-оппозиционера Синько, а уже затем его двойника. Но избирком почему-то решил иначе. Цель очень простая. Человек берет в руки бюллетень, это понятно, да, находит фамилию Синько, ставит кличку, и тем самым получается результат, который преследуют люди, которые занимаются сегодня фальсификацией выборов. Кандидат уже обратился в суд, и тот встал на его сторону. Нужно переделать макет бюллетеня, поменять местами фамилии. Но большинство членов теризбиркома отказались это делать, разводит руками председатель комиссии. Теперь, говорит, и сами выборы под вопросом. Если мы утвердим такий зразок бюллетеня, то получается, что мы порушуем закон, и получается, что потом могут признать выборы недействительными. Инициатором утверждения спорного бюллетеня выступила секретарь комиссии. Она считает, все законно, правила алфавита не нарушены. У нас две фамилии начинаются на «С», то есть Синько и Синько. А правило, которое говорит о том, что вторая буква тоже учитывается, но в законе такого не написано. Более того, свое видение правил алфавита члены комиссии решили отстаивать в апелляционном порядке, поэтому полиция в замешательстве пока не может требовать исполнения решения суда. Після отримання інформації з апеляційного суду буду вирішуватися питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. По останнім даним, апеляційну жалобу сьогодні вечором суд відклонив. Макет бюллетеня все ж придеться переделывать. Согласится ли на это теризбирком, неизвестно. Местные жители считают, в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.